Серйозно? Путін макріться, Стрілкову точно сніться, він і далі принижує діда. Симоньян оголосила війну НАТО і шукає бонусні дірки. Скабєєва сумує за Пригожиним і готова приручати Вагнеров. А ще вони планують взяти в плен НАТО, запустити маршрутку на Луну, а Лукашенка дганяє ескалацію. Мене звуть Олена Цантила. Погнали. Сталося. Росія оголосила війну НАТО ротом Симоньян. Серйозно. Ми воюємо непосередньо з вами. А значит, мы и объявляем, что это больше не специальная военная операция на юго-восточной Украине, а это война с НАТО со всеми вытекающими последствиями. Не знаю, что там вытекает из Маргариты, але чомусь вона почала обурюватися бонусными дірками. Бонусной дыркой? Бонусной дыркой? Бонусной дыркой, я еще раз повторю. Потому что называть женскую вагину женской вагиной – это оскорбительно, обидно для трансгендеров, и этого делать больше нельзя. О чем речь? Что заставило Марго и Стич толкнуть такую речь? Она врет, что в Британии решили заменить слово «вагина» на «бонусная дырка». Ну, во-первых, не дырка, а «хоул», и о вариации перекладу є кілька. По-друге, никто ничего не заменяет. То 3 роки тому поборники прав трансгендерів створили словник альтернативных слів. Мовляв, якщо не подобається людині слово «вагіна», може використовувати інше. А може ні. Маргариті, вочевидь, дуже подобається. Бонусною диркою? Бонусною диркою? Бонусною диркою, я ще раз повторю. Є таке повір'я давнє, що відьма легко померти не може, довго мучається. Так от, Кадиров знову воскрес. Бо ж його російська преса регулярно ховає, ще з пропал тікток не записав. Ценність Кадирова в міроустройстві куди ніже, чим у черв'яка, а ані все лепять із нього мужика. А він підіграє з усієї сили, зібрав волю в кулак і видав набір слів, з якого зрозуміло лише, що довго жити він не збирається. Живем. Хлеб живем, если что. Интересная жизнь. Жизнь вообще интересно бывает, когда бывает короткое дело. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Тот момент, когда хотел показать Лемханова, впервые после долгого отсутствия, но так любишь себя, а дотянуться до собственных ягодиц не можешь, так что показал себя любимого, противного и некрасивого. Ви не знали, а може і проспали, а заразом і весь світ не знав і проспав, але вони НАТО в заложники взяли. В прямому ефірі. Буквально дословно розказали, як будуть обганяти, як підрізати і як підсікати. Столтенберга виводять в наручниках, а він продовжує кричати: «Я же предлагал вам, я хотел стать председателем норвежского банка, а вы меня еще на год генсеки Альянса. Отпустите, я свой». Что у Ольги с головой? От як такий лютий треш може народитися в голові? А одразу в кількох головах. А вони там сценарії розписують в ролях і деталях. У прямих ефірах. Ну, представим, чисто гипотетически, еще раз говорю, чтобы не вводить в панику наших западных противников. Давайте введем в панику. Начинается саммит НАТО, противников. Вдруг через 3 часа Вильнюс... Стучит в дверь Пригожин. Нет, Вильнюс, столица, оказывается в руках вооруженных людей. Без опознавательных внешних знаков. По ведущим западным каналам нам показывают испуганного, трясущегося генсека НАТО товарища Столтенберга, которого под руки ведут 2 мощных вооруженных мужчины без опознавательных знаков. А следом всю вот эту вот западную тусовку, ее куда-то доставляют, интернируют. Ржут все, даже в той самой студии. Запихивают смешки себе в гортанные мешки. О том, почему Пригожин до сих пор не дает покоя Скабеевой и почему у мужа ейного нервно глаз подергивается буквально через 2 минуты. А пока вы заметили панику у западных партнеров? Что пометила я и, певно, те сами специальные люди, які свідчення збирають для Гааги чи для помсти, ну це вже як вийде. До речі, а ви як вважаєте, що буде швидшим і ефективнішим? Як ви бачите покарання для цих чорноротих? Коменти ваші, а поки пишете, зафіксуємо. Вони так і кажуть. Без опознавательных внешних знаков. А где это такое было, а? Ну вот сказочные долбодятлы, неужто не понимают, что внешних знаков при расизме головного мозга и не нужно? Достаточно внутренних. Там Z-прочерк в головах. Отовсюду так и прет. Наймите советологов, кремлинологов, русологов, я не знаю, чтобы они вам объяснили, какие мы. Потому что вы думаете, что мы такие, как вы, а мы нет. Мы другие. Чур меня, чур думать, что вы такие, как мы. –
Тьфу, ну от після такого реально хочеться помити рот і голову зсередини. Ви серйозно? Ми категорично інші, нам не потрібно крові, аби почуватися бодай комусь цікавими. Ми не випрошуємо уваги погрозами, війнами і шантажем. Не купуємо дружбу і любов нафтою і газом, но вам такого не понять. Ви другие, і класно, що ви самі це признаєте. Давно не було, і от знову Пригожин в роті у Скабєєвої. Весь ефір вона якось намагається приручить вагнеров. Не дуже розумію цієї їхньої групової телезабави, ну, але яка країна, такі роти пропагандистів для приручення. Что касается приручения вагнеров, клинок, который должен быть направлен против врага, ни в коем случае не против нас. Фройд бы плакал. Фаллических символов уже столько натыкала Скабеева, что Попов, муж который с лица спал. Как Скабеева собирается приручать уголовников, у которых руки по горло в крови, ну, певно, цього теж знати мені не хочеться. А Пригожину тим часом рота не просто закрили, а зашивають, заклеюють і забетоновують. Лисому со скрипучим голосом по ходу после похода вещать неоткуда. Медіахолдинг он же фабрика троллей, пришлось закрыть. Сайты 6 штук уже на замке и все под запретом. Поубавить аппетиты придется и Пригожину. Его меню, похоже, не по вкусу больше. Минобороны разорвали контракт на постачание продуктов. Дивно. Чего це? Ви випадково не в курсах? Ну и зовсім випадково, Вагнер-центр більше не Вагнер-центр, а морская столица. И чему тут дивиться? Дивуватися не припиню. Рівню їхньої забрьоханості. Хотіла сказати забреханості, але забрюханий, як у свинарнику, їм теж підходить. Із новенького Бахмут, оказывается, нікому і не нужен був. Здрасте, я ваша Настя. Ну, серйозно? І не самый важный с точки зрения всего фронта Артемовск. Город площадью 41,5 квадратный километр и населением в 72 тысячи человек ЧВК «Вагнер» брали 224 дня. Мы лишь за то, чтобы картина происходящего всегда была объективной и непредвзятой. Перше. Не Артемовск, а Бахмут. Друге. Не самый важный, точно? 21 травня на Першому каналі кажуть события исторического масштаба. Важная стратегическая точка. А от вам из новенького. Неважный населенный пункт, да и брали его что-то очень долго там же. И аби картина была картина, а не мазанина, и объективную, та неупередженную, порахуймо зосереджено. Скільки штук російських окупантів утилізували заради не самого важного – Бахмута? Станом на початок червня понад 60 тисяч штук. А скільки разів його брали ротом? Ну, у них тепер другая задача. Тогда была Вагнер хвалить, тепер унизить и замочить. А вот еще информация к размышлению по поводу созданного мифа о максимальной эффективности частной военной компании «Вагнер». Мариуполь – мощный укрепрайон, считавшийся неприступной Азовсталью и крайне мотивированным батальоном «Азов». Войска Минобороны, чеченские подразделения Росгвардии, батальоны «Спарта» и «Сомали» освободили Мариуполь за 71 день. Стоит помнить, что почти полумиллионный город Мариуполь со всеми подземными заводскими уровнями, что защищали высоко мотивированные, хорошо обученные и вооруженные боевики «Азова», был взят подразделениями Минобороны за 70 с небольшим дней. А Артемовск с первоначальным населением в 10 раз меньше – Вагнер штурмовал 225 дней. Есть разница? Разница между текстами? Смешно. Ни методичка, ни сантиметра, правда? Совпадение? Ну, я знаю, что нет. Они думают, что кто-то думает, что совпадение. Нездорові пропагандисти не можуть визначитися, їсти чи не їсти те, що їм у методичках пропонують. Как-то мне очень не нравится такая резкая смена тональности по отношению к людям, кого мы еще буквально вчера называли героями, гордились, правда, по-настоящему искренне гордились, называли лучшей штурмовой пехотой в мире с вагнерами. И вроде теперь уже и какие-то они не такие, да и, в общем, и не особо эффективные, и, может быть, и не вполне героические. Я не очень понимаю, почему. Я не очень понимаю, с каких-то пор у нас некоторые люди решают вольно трактовать такие чеканные, очень четкие формулировки верховного главнокомандующего.
Ну, стоп секунду, агрегат. Это ж Путин виноват в вольных трактовках в ваших головках. Він же сам всі літери вгадав, а слово не впізнав. Ніяк не визначиться, хто йому тепер дружок, а хто вражина. Тому сам плутається і росіянців плутає. Но методи примітивно-ГБшне. Насквозь такі для второго класу. Вот бывший пригожинский сотрудник угадает, кого поливает грязью. Правильно. Говорит, тот всю дорогу врал и подчиненных избивал. Это не то, что вы притворно-листивым голосом рассказывали многочисленным журналистам в интервью и даже личных беседах. Идеология у вас одна – страх. Страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть, безраздельная и абсолютная. Это палач, который пиздит тебя в подвале и вам отправляет фото. Уволиться от вас нельзя. Это крепостное право, где только вы вашим решением решаете, может ли человек от вас уйти и на каких условиях. Страх і тільки страх. Ну і далі понеслось. Усі ці люди, які мало руки Пригожину не цілували під камери, від того він не стає меншим недолітком і військовим злочинцем, звісно, підставні. Це ростовський губернатор сказав. А братім, внимание, так для понимания. Сперва була історія. Абсолютно ніхто не підтримав, а тепер ті самі абсолютно ніхто превратились в підставних некто. Росія – така Росія. Вони погрожують влаштувати ядерний теракт на Запорізькій атомній електростанції. І всіми своїми жабрами, і всіми придворними жабами питаються наквакать, що це все няні. Київський режим провів учення з імітацією дій на случай ядерної аварії на ЗАЕС. Также среди мирного населения Минздрав страны распространяет вот такие методички Госдепа США о том, как вести себя в случае аварии на ядерном объекте. В российском медиа сегодня заявили, что Украина готовит теракт на АЭС. Удар нужен Киеву для втягивания НАТО в конфликт. И у них крепко подгорает. И от того, что я делаю, их правда кидает в дрожь. У меня аллергия на ложь, а у них аллергия на меня и правду. Вот вырезали фрагмент эксклюзивного интервью нашего министра охраны здоровья Виктора Ляшка, который рассказал мне, как Лада готовится до возможного подрыва ЗАЭС. Особое внимание на мою мимику, которую они вклеили. Коротко и емко. Кожен м'яз моего обличчя, это все справжнє, передал то, как мне смердить и как огидно то, что делают российские пропагандисты. Ну, про Киеву даже говорить гидко, а он разговорился. В один рот напхал все слова, которые знал. Русские, теряя контроль над атомной электростанцией, подорвали ее. Это сегодня тот план, который согласован. Продолжение реализации вот этого плана создания санитарной зоны, уничтожения левобережной Украины, будет и подрыв Киевской дамбы. Да, подрыв Киевской дамбы, будет затоплено левобережье, будет подрыв Чернобыльской атомной электростанции, чтобы нанести урон и Беларуси. Просто интересно, откуда взялась ЧАЭС? А вот откуда. Готовы? Это просто скисший белорусский дырун пытается догнать эскалацию. Точно так же, как и наше размещение в Беларуси, это носит как бы некие такие шаги эскалации. Но в этой эскалации они нас глобально опережают по всем пунктам. То есть мы опять ядерно-ядерно. Александр Григорьевич пытается догнать. Вот только что заявил Лукашенко о центрах принятия решений. Лукашенко заявил, что в центрах решений есть центры и решения, но они между собой не пересекаются. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решения. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. И никакое оружие нам не страшно. Ни ядерные, и никакие хоругви и полки нам не страшны. И не только потому, что у нас нет ЧВК Вагнера. Вагнер Шрёдінгера поступово перетворюється на приватну військову компанію Лукашенка. Що ж, спостерігаємо. Так само, як і за долею Шойгу, Герасимова і Суровікіна. Так що, коли з них і хто вийде? І звідки? Так, так. Ищуть пожарні, ищуть міліція і, може, звісно, вже і знайшли. З бункерним або двойником-тройником складніше. Вроді вони є, але є для того, щоб є, виступає терорист Стрілков. Не стесняясь в вираженнях, називає Путіна «макрицей». Он демонстрирует свое бессилие, полное бессилие. И показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится, вам ничего не грозит. Потому что я бесхребетная мокрица.
И не могу наказать тех, кто заставил меня, собрав манатки, бежать в самолет и срочно улетать в Петербург. А чтобы сместить акценты, можно достать из загашников бомбу, эскалацию и американцев в любой пропорции. Это игра разумов. Тут не обязательно же кидать бомбу. Надо идти по линии этой эскалации, только идти грамотно, пошагово и, в принципе, опережать американцев. Ну, такое дело, что в игры разумов может играть только тот, у кого есть этот разум. И мова не про мозок. У них він є спинний і кістковий. Але це так не працює. І вони там це чітко розуміють. Мы вообще понимаем, где находимся сейчас и мы, и западный мир, и какой конфликт может быть на Украине с тысячекилометровым фронтом. Конечно, мы понимаем. Ну, десь понижче спини, підозрюю. Така відповідь влаштує, чи потрібно, щоб Лукашенко карту намалював? Із чотирма напрямками. Поки ж намалював карту зоряного неба. Серйозно, Путіну настільки стрьомно, що він збирається свалити на Луну. Даже вот Роскосмос маршрут заставил розробити. Мы возвращаемся на Луну после 46-летнего перерыва. Значит, нам предстоит запуск Луны Глоб, Луна-25. Эта миссия, значит, предполагает посадку в районе Южного полюса. Таких вещей еще никто в мире не делал. До этого мы садились все время на экваторе Луны. Конечно, подобные миссии не всегда рисковые. Значит, во всем мире вероятность успешного завершения такого рода миссии оценивается где-то порядка 70%. Ой. А можете всех своих русскоболеющих и русскосочувствующих тоже с собой забрать? Пожалуйста. Поки вони готуються до операції утилізація, продовжують лякати. Вони знову зібралися Суми і Харків брати. Який це вже раз? А что касается Сум, Сумы, что значит сдать? Сдать это как? Это вдруг утром ранним проснемся мы, а Сумы стоят пустые, Харьков тоже, можно приходить забирать или как? Да, а что и украинский сдать? Флаг спущен причем. Сумы не имеют для нас никакого вообще интереса на данный момент, вот на данный момент никакого. Харьков, безусловно, он представлял и представляет для нас очень большой интерес, но как минимум до того момента, на мой взгляд, как минимум до того момента, пока контрнаступление в Запорожье, там на направлении Бахмута и так далее, окончательно украинское не захлебнется, мы даже если располагаем группировкой, способной штурмовать Харьков, то мы не сможем ею распоряжаться вольно. Потому что мы должны резервы держать на тот случай, если какой-то на каком-то участке фронта все-таки произойдет прорыв. Так, прорыв превратился в нарыв на языках у пропагандистов. Эти кубики из разных наборов. Сумы и Харьков – украинские города, и ними будут. Контрнаступление не захлебнется, а вот слово «пока» тут лишнее. А прорыв? О прорыве уже вам сказала. Вони це теж знають, тому и підгорає сильно. Мне не стыдно признаться. Я отправил свиту детей в безопасное место. А сами мы с абсолютно осознанной ответственностью, пониманием, что страна встала на край пропасти. И мне казалось, что я уже все видел в этой жизни. Карабахскую войну, развал России. Почекайте. Развал России вы еще не видали. Нравится, не нравится, он только начинается. Но скоро. Мы серьезно.